Привет, ребята! Меня зовут Валентина Мишина, и я IBB Pro Athlet, выступающий в категории Women's Physique. В 2017 году я начала свое путешествие, и, собственно, до 2020 года я нон-стопом продолжала соревноваться весьма успешно. И, знаете, я была настолько сфокусирован на соревнованиях, что я не думала, как монетизировать свой образ, как развиваться, что делать. У меня были какие-то несбыточные мечты, несбыточные цели глобальные. Со своим перфекционизмом я никак не могла договориться, поэтому сейчас, я считаю, пришло время рассказывать свою историю и не пытаться ждать идеального момента, потому что его никогда не будет. И поиски команд, профессиональных видео, и поиски ресурсов – это вечный поиск, который ни к чему не приводит. Те, кто меня уже знает, вы знаете, как я люблю проводить свои лайв-стримы, которые я не сохраняю, да, поэтому много информации, которую я проговариваю, пара человек запоминает и записывает, а остальное все уходит просто в никуда. Наверное, пришло время как-то изменить такой подход. Трансляции как отдушину вести я буду, но также мне хочется давать полезную информацию, структурированную. И помимо вебинаров, помимо телеграм-канала, да, помимо инстаграм-страницы своей, мне хотелось бы начать просто записывать видео по конкретным вопросам на YouTube. Чтобы, если кто-то что-то хочет узнать конкретно, послушать какой-то вопрос. То есть одно дело вебинар. Вебинар – это двух-трехчасовой формат. И там раскрывается очень глубинный вопрос. Там есть вариант прямой связи и ответов на ваши вопросы. Да, это серьезная работа и подготовка. То я хочу сделать, начать делать YouTube хотя бы вот с такого вот домашнего видео, где вы можете послушать меня, и я могу, собственно, раскрыть какие-то вопросы не так глубоко. Но в случае возникших вопросов я буду иметь ссылочку, чтобы направить вас туда. Вы можете послушать, посмотреть, и ничего общего с форматом Instagram стримов это иметь не будет. Потому что почему-то у людей сложилось мнение, ну, те, кто не видел мое интервью, видимо, кто не наблюдал за мной, да, у них сложилось мнение, что выражать свои мысли ясно я не умею, могу лишь материться и ругаться, и посылать всех. Но нет, это не так, это просто стиль общения конкретно для Instagram-трансляции. Не знаю, это фан, поэтому прошу не принимать это. Прошу не принимать это близко к сердцу, и я всегда думала, что невозможно обидеться на незнакомого в жизни человека, от которого ты просто словил какой-то неудачный комментарий в саркастическом стиле. Поэтому, пускай это будет вступительное вводное видео, и буду стараться снимать именно ответы и разборы из домашней обстановки. Из дома, в домашней обстановке точнее. Даже перезаписывать не буду. Вот. И это побудит меня, даст мне более весомую мотивацию пытаться снять видео в зале. Быть может, просто мне нужно купить какое-то оборудование, потому что снимать на телефон именно видео с зала – это очень напряжно. Плюс у меня программа тренировок в телефоне, мне неудобно смотреть, вырубать, плюс музыка в телефоне. В общем, мне нужен какой-то второй девайс, за счет которого я смогу осуществить эту деятельность. Вот, поэтому let's start. И, возможно, я захочу записывать видео на английском, на русском. Как работают субтитры на YouTube, я не имею ни малейшего представления. В общем, если я буду откладывать и пытаться разобраться в этом дальше, и не делать ничего при этом, а только изучать теорию без практики, то я думаю, что я так и не сдвинусь с места. Поэтому пускай, криво, не криво, вот это будет первое видео. Поэтому
Всем, кто со мной, спасибо. Я знаю, что вы в меня верите, и сейчас интересный период, когда шоры спадают, рамки рушатся. Хочется делать просто то, что хочется, действительно. Вот мне хочется разговаривать на камеру, рассказывать вам о своем опыте, о том, о сём. Поэтому проработаю структуру и обязательно дам знать. Всё. Peace.